Когда государству захочется денег для реализации каких-то программ. И второй фактор, когда государство посчитает, что, наверное, частный бизнес все-таки более эффективный, чем государственный. Воля государева, больше ничего не надо. Цены сегодня уже нормальные. Можно, во всяком случае, провести хорошую пиар-компанию, раздуть, еще надуть цену до определенных пределов. Просто нужна воля сказать вперед. Команды есть, которые готовы заняться этим, так что все сделается. Это рано или поздно должно произойти. Я только что вернулся из Давоса и там общался со многими политиками из России и главами компаний, включая банки, госбанки. Мне кажется, все готовы к продаже госактивов, да, к приватизации. Мне кажется, сейчас все зависит от рынка. Если рынок, если не будут востребованы на рынке по той цене, которая будет приемлема, да, для правительства, сделка может пройти в любой момент. Было бы опасно строить действия по приватизации исключительно в зависимости от каких бы то ни было бумажных решений. Приватизация – это прежде всего экономическое решение, и здесь рыночная конъюнктура оказывает наибольшее значение. Существует понимание, что частная собственность во многом позволяет более эффективно решать многие экономические вопросы, но сейчас, к сожалению, конъюнктура не столь благоприятна ни, во-первых, для того, чтобы получить наибольшую отдачу от подобных продаж, ни для того, чтобы решать непростые проблемы многих компаний, в частности, которые подлежат частичной или полной приватизации, в таких еще очень нестабильных рыночных условиях. Дополнительного набора подталкивающих факторов уже не надо. По-моему, сама обстановка как бы на мировых рынках и потребность активизации экономической жизни и вовлечения частного капитала в вопросы, которые стоят перед государством, все это невозможно вне решения вопросов приватизации в отношении вот тех госпакетов, о которых идет речь не первый год.